заработала камера. Всем привет, дорогие друзья. С Новым годом уже. Встречаемся с вами в 2019 году. Мы вышли гулять в центр, где весь перекрыт центр. Вот Артем надевает мне что-то ужасное на голову. На мою голову не лезет ничего. Всем привет. Да, в общем, мы на Манежке. Смотрите, все перекрыто. Красотища сумасшедшая. Так, это вот за Артемом идет уже, он себя плохо ведет. Раз, 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 два, три, раз, раз. Так, подождите, что здесь вкусненькое дают нам? Ой, Артем, шашлычки, колбаски. Смотри, все маленькие, такие, как будто детские сады. Да-да-да, короткие. Подождите, а что здесь? А что в бидонах дают? А что слышишь? А что они все маленькие? Ведь? Ну, такие малыши карандаши. Смотри-ка, ой-ой-ой-ой-ой. Сахар из бахет халявные. Пирожочки. О, бутербродочек, посмотрите. Бородинский хлеб, шпротики и маслечко. Ой, дай хоть сахару пожуем. Халявный. Да подожди, рановато, еще не нагуляли аппетит. Домик. Пойдемте дальше. А Литвин здесь есть? А вот это есть, наверное? Слишком дешево. 28. А что такое рождественский? 5-7 минут постоять чуть-чуть. А рождественский напиток это что такое? Литвин. Есть безалкогольный. Не, нам алкоголь не надо. Нормальный нам надо. Да? А что, он настаивается? Да, да, да. Мешаем. Мешаем, да, колдуем. Нам три надо. Или может там где-нибудь накатим? А где там искать? На бошку. Она обрушилась на нас. Сейчас Не, ну после вчерашнего моста, который рухнул в парке Горького, да, и домой просто уже домой, страшно становится. И после домов, которые падают. Да, это ужасно. Тут уже ничему не удивляешься. Дорога на голову падает. Ужас, я шуганулся. Жалко, не работала камера тут. Как всегда, интересные моменты. На нас только что рухнула веточка. А предупреждали штормовое предупреждение. Вот не просто так Хизри позвонил, да. И поэтому шар там снимают, да? Да, и шар поэтому снимают. А он где висел там где-то? Вот кран снимает, видите? Он опускает. Ой, срочно, мы такой момент пропустили. Я сегодня неожиданно тепло одет просто. В длинном пуховике, еще и с подштанниками. Чтобы там вот это то, что звенит, не замерзало. О, посмотрите, какая сказка. Летит твоя мать, а. Смотрите, руки погреть можно. Так ты всю дорогу. Что это такое? Это просто руки греют? Нет, это холодное. Это холодное. Это шашлыки жарили. Да вы что? Блин, крутая штука. А кто это? Камера? Камера, да. Мы нормально были. Ты потерял. Блин, посмотрите, как красиво. А тут везде вон эти глинтвейны, посмотрите. Где? Шар какой-то снимают огромный. Штормовое предупреждение. Позвонил Хизри, сказал, никуда не пойдет. Штормовое предупреждение. Вот хитрый еврей, а. А мы тут, значит, должны сейчас все это вот отдуваться за всех. Вот это я понимаю, народное гуляние. Вот это Тверская налево. Там Красная площадь. Горка была, нифига себе. В чем была, она и сейчас есть. Искусственный, что ли? Вот этот шар, видите, прямо вот, его сняли почему-то. Потому что штормовое предупреждение. А где они? Релакс. Take it easy.
Давай, красиво, пошел. Ай, красавчик. Ничего страшного. Подумаешь, упал. А это мы взяли глинтвейн. Вообще мы собирались пойти в парк Горького. Но из-за вчерашнего ЧП, где мост упал, как каток не работает. И мы решили просто пойти погулять. А тут такое! Релакс! Я не знаю, что это такое, но это что-то маленькое. Для детей, наверное. Напротив Госдумы. Что творится? С Новым годом, друзья! Какой-то концерт. Я первый раз не пожалел, что так тепло оделся. Интересно, кто это? Вот какая-то группа выступает. Оказывается, они русские. Слушайте, такое гуляние народное вообще. Какие-то вон снежинки. Что-то репетируют, наверное. Ой, а здесь что? Ой, нифига себе, вот это вот, как это называется? Далеко ушла. Да, вот я сейчас иду и говорю, что вот сколько я в Москве живу, с 97 года, никогда такого в жизни не было, чтобы перекрывали Тверскую, вот Театральную площадь, там Китай-город, Тверская полностью вся перекрыта. Вот ни разу такого не было. И я считаю, что это очень круто. Потому что красиво, люди гуляют. Не знаю, насколько это на все дни перекрыто или не на все. Ой, какая елочка тут неожиданная. Причем это буквально все соорудили, там, не знаю, 30-го, по-моему, мы еще ездили здесь. За одну ночь, что ли, я не знаю, за один день. Посмотрите, что здесь творится. Ой, люстра! Кто это? Ой, посмотрите, как классно! С морковками на голове. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут вот кто-то повторяет, молодец. Жена ему не дает этого сделать. Где мои? Артем, пристраивайся. Давай, пошел. Давай, работаем. Ссылочка в описании, Артем Чернышевич. Давай, вспомни молодость. Посмотри, какие качели вон для детей. Ой, какой пол красивый. Большой театр. На самом деле, это
Давай, Макс! Мы вот мы хотим узнать, имеете ли значение. Куда вы стаканы дели? Я буду тут здесь колёс. Ну, конечно, вы знаете, только посредством гонки, только гонка может определить, кто прав, а кто не совсем прав, или совсем не прав, то или что. Ай, молодец! Ай, молодец! Какая красота возле. А давайте пока немножко пошумим, друзья, похлопаем. Вы здесь еще? А вы с нами? Ну, давайте, давайте. Большой театр, давайте, кстати. Дайте шуму, дайте эмоции немножко. Так, что у нас здесь вкусненькое? Каштаны жареные. Каштаны жареные, покажите. А? Я маме покажу, у меня мама фанатка. Ой, запах. Ну, ничего-то не сильно запах. И кукурузка вареная, да, все как положено? Все как следует. Кукурузка 150. Яблоки в карамели 150, каштаны 300. Все, все, все рассказал. Шашлыки, чебуреки, хванчкара, боржоми. Да, знает, свинина. Баранина есть? Свинину нам нельзя, мусульмане. Рождественский напиток. Да я знаю. Надо вот отсюда его нюхать. Ах. Шайта. Руки греешь, да, там тепло? Да. Ну что? Что здесь все дают? Старочешский какой-то труд. Тредельник. Что такое вкусное? Смотри-ка, есть уже по 250 рождественские, а там по 200. А? Да, ради бога, будем дальше посмотреть, что там. Ой, это что такое крутит на вертеле тут? Вот. А что это такое? Это выпечка сладкая, чешская. А, да вы что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, уходим отсюда, уходим, на диете я. О, а здесь что у нас? А, это этот сыр. Да? Французские подруги. Это мы на остановке сожрем, блядь. На бензозаправке, блядь. Там какое-то явно представление. Сейчас мы посмотрим. Ой, сцена. Опять шашлык. Кто поет? Это так же, как и плыть под одним наедине. Живьем. Живьем, поет. Давай, вот, слышу. Ой-ой-ой. Пуговка на шнуре. На счастье. 250 рублей, на счастье. Самодельное зато все. Красиво. Это как была история давно. Надо, чтобы, конечно, Юрка Кононов ее рассказывал. К
когда он, у меня раньше была машина, и он подъезжал на заправку и заправлялся. Там эти помощники есть, заправщики, да? Ну, обычно там раньше давали 10 рублей, сейчас 20, 30, кто сколько дает. И он с просонья ночью где-то ехал, в карман так залазит, и думал, что 10 рублей ему так, и так с умным видом, на, мол, 10 рублей тебе, спасибо, что помог. Парень берет вот так вот на руку, смотрит, а там пуговица лежит. Так смотри, пока ты что, мол, с ума сошел, говорит, пуговицу даешь. Так мы ржем теперь. Юра на чай пуговицы раздает. Вот такой худок. Будешь? Буду. А вот эта вот штучка он накручивает там. Да, еще есть такая. Вот она вот там вот с корицей, да? Вот не одну. А? Можно нутеллу еще. Вовнутрь? Не надо. А что можно не шоколадное добавить? А внутрь ничего. Ничего не надо тогда. Ничего не надо тогда. И глитвейн будешь? А ты? Буду. Три глитвейна. Нифига себе. Сосисоны знатные, да? Вот, а ты там хотел это, ага, дешевку какую-то там подогнать. Ленин пьяный, что ли? Ой, мой хороший! Владимир как, Ильич? Ильич, да. С Новым годом вас! А и вас так. Как живой? Комсомол, партия. Да не, живой там, в гробу лежит. Я тут, а ты мертвый, что ли? Я компьютер. Я подрабатываю. Компьютерный? Я подрабатываю. Ну, да и так, прикалываюсь. Я оживляю этого урода там. Урода? Чида! Не пизди! Опять Никольска. Так, что раздаем? Бенгальские огонечки. Пожалуйста, 10 свечей. 100 рублей. Какой... А зажигалка у тебя есть? Нет. А я не курю. Ну вот. Купил бенгальских огонечков. А у тебя нет? У меня нету. А их можно использовать? А? А нас не арестуют за ваши огонечки? Что? Не знаю. Арестовать не будет, сразу расстреляют. Ну, я тоже так думаю. Наша любимая Никольская улица. На Красной площади идем. А какая близко? Как ты дальше? Вот мы и на Красной площади. Пойдемте посмотрим каток. Работает он или нет? Как телевидение? К нам залетело очаровательное телевидение. А, горилка. Це горилка. А я говорю, ты знаешь, там все. Ой, какая сказка. Пойдемте, надо вот там вот узнавать. Вот. Боже, неужели я сейчас покатаюсь, а? Мечта моя осуществится. Посмотри, сколько людей. Посмотри, сколько людей. Могу упасть. Ну и что, это же классно, попадаем. А? А где? Вот сейчас там узнаем. Может, у них какие-то ограничения есть по количеству людей, скорее всего. Посмотрите, там невозможно. Вот там касса какая-то вон. Сейчас мы все узнаем. Скажите, а как попасть на каток? Уже никак, касса закрыта. Да вы что? Сегодня никак, правда. А почему? Время работы кассы закрыта. А до скольки он работает? Сам каток до 11:30. То есть кассы в 10 часов продают билеты, билеты распродают, все, кассы закрываются, приезжают кассаторы, сдают деньги. Это даже по большому знакомству, по блату. По большому знакомству. Как будто мы вас с вами 100 лет знакомы. Честно говорю, вот 30 декабря у нас парнишка подсказал, где найти билеты. И они его просто отблагодарили, 500 рублей ему дали. 31 уже не работал. И в черный список всех, что парк Горького уже откроет. Парк Горького, да, завтра будет открыт. Честно, мы еще блинчики не пробовали, да? Вот так. Где блины, чебуреки, кванчкара, боржоми.
все самое вкусное на Красной площади. Вон как уминают, посмотрите, молодые. Аккуратненько пройду, засниму. Вкусные, скажите? Вкусные. Можно брать, да? Неплохие. Неплохие, спасибо. Ну, а там всегда сок такой прям нет, течет. Я имею в виду масло вот сверху. А-а-а. Или, наверное, просто старое масло. Постоять бы, чтобы стекло. А-а-а. Артем, а? Чебуреки хвалят. Блины с красной иглой. Черубеки. Черубеки хвалят. Черубеки. А блины с сыром. Ну, я так нажрался уже, что я ничего не хочу. С семгой, сливочным сыром. Пойдем отсюда, пойдем. Не будем травить душу. А, то есть ты будешь, да? А чебурек возьми поди, а. Так, что у нас с этой стороны Красной площади? Хороший глинтвейн, я вам хочу сказать. Уже три стаканчика накатил. Работает прям все, согревает. Потрясающе просто. Жалко, на коньках не покатались, до 10 вечера продается. А парк Горького, я уже говорил, сегодня не работает. Ну, в смысле, сам работает, а из-за вчерашнего происшествия мост там провалился. Каток не работает, но завтра уже работает. Да? Ой, какие меховые штучки. Оренбургская, пуховая. Носочки. Все дела. О, кому холодно. Кутались и... Сувенирные лавки. Что здесь? Не-не-не, мы просто посмотреть, кушать, кушать. Вот здесь что-то... А, беляши, глянь-ка. Беляши, сразу очередь. Что, вкусные беляши, что ли? Чебуреки тоже у меня выступают. Да, это моя сцена. Два прихлопа, три притопа. Раз, работаем. Раз, два. Волась до красной дороги. Она поснимай, да? Поснимай, да. Прошу обратить внимание. Сапожка. Без подготовки-то. И все живаком же, все живьем же. Без монтажа. Все, отработано. Там сейчас загрузили отправлю. Смотрите, какие классные. Ой, я вот такую вот не люблю, у меня голова кружится. Вот, по 200, по 300 рублей. Будничные, праздничные дни. Та-та-та!
Здравствуйте. Привет. Ой, какой этот классный. Карлсон. И баба вот эта. Гляньте, какой классный. Карлсон, который живет на крыше. Мадонна, ты посмотри. Да-да-да. Мадонна. Фрекенбок. Мадонна. Ой. Вот какой. Пара-пара-па-пара. Мало того, что еще бумажные вешаются. У нас, помню, в Чехове такая была страшная. Огоньки. Помню, что-то там даже брата были проблемы. Кто-то там фонари сбивал, что ли, что-то такое, не помню, какая-то история была. Чуть не арестовали. А что они такую красоту спрятали туда? А, это Сбербанк, поэтому. Это Сбербанк рулит, видать. Ой, привет, лошадка. Ой, какое тут красотище-то, посмотрите-ка. И все Сбербанк. Сбербанк рулит, да? Красиво. Это уже парк Зарядье, как вы поняли, наша прогулка подходит к концу. Нагулялись, надышались воздухом. Спать буду сегодня, наверное, как котенок. Ну, я еще пока не прощаюсь. Еще скажу вам до свидания. Либо Тошку покажу вам по приходу домой. Но, друзья, кто в Москве или кто в Подмосковье, я считаю, что стоит его погулять. А, рассказывают. До 3 числа, сегодня 1, перекрыт весь центр. Вот там, где Квартал Тверская, Охотный ряд. Гулять можно. Но все равно гуляние до 13-го. Все вот эти палаточки, вкусняточки до 13-го исключительно сказал продавец на все. Поэтому всем, кто в округе, рекомендую. У меня прям слезы от этого, от ветра.